Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи, найденные в интернете, стихи поэтессы Любавы Бельковой. Композиция называется «Мелодия радости». Музыка исполнения Самуила Фрумовича из цикла «Ожившая поэзия». Жизни много мелодий прекрасных, но чудеснее радости нет, и объятий любви чистых, страстных сложим вместе чудес. И объятий любви чистых, страстных сложим вместе чудесный сонет. Тихим вечером серым осенним вновь распустятся чудо цветы, блеск в очах будет яркий весенний, поведут за собой мечты, блеск в очах будет яркий весенний, поведут за собою мечты. Мы ценим мгновение вечность, ты окликни меня, позови, улетим мы с тобой бесконечность, с дивным чувством вселенской любви, улетим мы с тобой бесконечность, с дивным чувством вселенской любви. И откроется даль голубая на объятия свои раскрывая. И откроется даль голубая, нам объятия свои раскрывая. Спасибо за внимание. С вами был Самуил Фрумович, музыкальная композиция «Экспромт». Мелодия радости, стихи Любавы Беликовой. Музыка исполнения Самуила Фрумовича из цикла «Ожившая поэзия».